А вы знали, что капуста по-турецки – это очень вкусная, простая и сытная овощная запеканка? Если нет, то сохраняйте рецепт. Одну луковицу нужно мелко нарезать и обжарить на масле. Добавить две небольших картофельные нарезанных, 500-600 грамм капусты, одну морковку, натертую на крупной терке, и один болгарский перец, нарезанный мелким кубиком. Добавить соль, перец, сушеный чеснок и протушить до полуготовности. Для заливки нам понадобится 3 яйца, 200 мл молока, 150 грамм сметаны, 3-4 столовые ложки растительного масла, любая зелень у нас это петрушка и укроп, и 3 столовые ложки муки. Солим, перчим, добавляем паприку, хорошенько перемешиваем и добавляем заливку капусте. Затем выкладываем все в смазанную форму, хорошенько разравниваем и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах. За 10 минут до готовности достаньте и посыпьте сыром. У нас ушло где-то 100 грамм. Приятного аппетита!